Эпидемия штампа инфекции H1N1, в народе известная как свиной грипп, дошла до Ульяновска в 2009 году. Тогда врачи зафиксировали 6 тысяч случаев заражения. Тяжелее всего недуг ударил по беременным женщинам и пенсионерам, вплоть до летального исхода. В 2015-м появилась вакцина. Герои в белых халатах открыли прививочную кампанию. По сей день она проходит с переменным успехом. В этом году прививку от свиной хвори поставили лишь 45% жителей области. Шесть из воздержавшихся госпитализированы. На сегодня у нас очень неплохая привитость среди работников, медицинских работников, более 90%. Также среди работников просвещения тоже очень высокий процент. К сожалению, не очень у нас активно в этом году прививаются люди, которые имеют хронические заболевания. Последние из списка в повышенной зоне опасности, особенно те, кто страдает от сахарного диабета или сердечно-сосудистых заболеваний. Грипп ударит именно по слабым местам в организме, ровно как и коронавирусная инфекция. Убить двоих зайцев и защитить свой организм медики предлагают или одномоментно, или с интервалом в один месяц. Благо, полный транш вакцины наконец-то поступил. Если мы говорим о вакцинации против гриппа, поступило дополнительно более 20 тысяч вакцин. На прошлой неделе в лечебное учреждение поступили долгожданные, наверное, насадки для интерназального введения вакцины против новой коронавирусной инфекции. Они также сейчас имеются во всех лечебных учреждениях государственной системы здравоохранения региона. В связи с этим прививочную кампанию продлили. Напомним, она должна была закончиться 1 декабря. Александра Никитина, Геннадий Бухтояров, Управда ТВ.